Всем привет! Меня зовут Аривика Разуманова. Я соорганизатор семейного фестиваля «Мама слёт», также блогер, журналист и мама 4-летнего Микаэла. Хочу тебя поздравить. Если ты девушка и ты увидела две полоски на тесте, это значит, совсем скоро перед тобой откроется новый мир материнства. Впереди тебя ждут 9 месяцев. За это время ты можешь подготовиться и стать самой лучшей мамой для своего ребенка. В любом случае, запомни, есть очень важное правило. Какая бы ты ни была мама, которая работает или которая сидит дома, которая самостоятельно делает йогурты дома или которая покупает в супермаркете, которая ходит на маникюр, на встречи с подружками или целыми днями читает книжки с ребенком, ты для своего ребенка самая лучшая мама. Очень хочется тебя предостеречь и рассказать о том, что после родов твоя жизнь не меняется. И если ты не хочешь утратить связь со своим любимым мужем, парнем, бойфрендом, неважно, если ты не хочешь превратиться в пресловутую «я же мать», то, пожалуйста, не забывай, что у вас должно быть какое-то общее время с мужем, что ты должна тоже отдыхать. И, пожалуйста, объясняй своему мужу, свекрови, бабушкам, неважно, тем людям, которые окружают тебя, что после того, как появился ребенок, ты не стала заложницей этого ребенка, что ты точно так же хочешь отдыхать, проводить время вдвоем, путешествовать, самообразовываться, читать книги. То есть самое главное, чтобы ребенок, который рядом с тобой, видел возле себя успешную, интересующуюся, современную маму, а не маму, которая погрязла дома в пеленках и каждый день стоит у плиты, ненавидя этот борщ. Знай, что после того, как у тебя появился ребенок, один или второй, твоя жизнь никогда не будет прежней. Но не забывай, что ты должна оставаться самой собой, должна сохранить то, что связало вас вместе с любимым человеком когда-то давно, несколько лет тому назад. И обязательно помни о том, что когда-то дети станут взрослыми, они уйдут из семейного очага, и тогда останешься ты и твой муж. И должно быть что-то между вами, что пронесется сквозь эти года и останется навсегда. Какое-то особенное чувство.